Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Сегодня мы будем продолжать играть в чудесную, прекрасную игру под названием Ice Cream от разработчиков Мистера Мита. Давайте же играть. Обучение мы не будем брать, конечно же. Мы сегодня попытаемся пройти на призраке. Ну и давайте начинать. Не забывайте также поддерживать лайкосиком и подписываться на канал. Вот, также извините, что я не оставил ссылочку в прошлый раз на игру. Но зато я вам могу сказать, что у Нифлика, один англоязычный ютубер, который очень-очень крутой, вы можете найти себе, спокойненько там скачать игру. И то она уже в Google Play вышла, поэтому так, это мы пропускаем дело. Спускаемся. Кстати, можно ли на крышу? Ох ты, нет. Так, ну и ладненько. Он тут уже уронил карту, и мы еще будем это все делать дело. Тут наш брательчик. О! Привет, Род, урод. Прикольный такой чудик. Давайте сейчас поедем, во-первых, на детскую площадку. Нам там надо найти куртку охраны, в которой, по идее, должны быть какие-то ключи. Это я 100% знаю. Но вот от чего это, я вообще без понятия. Так, погнали. Так, открывай мне эту шарманку свою. Так, подсказочка. Все же здесь, но... Мне кажется, что курточку все-таки придется искать в каком-то другом месте. Я вообще надеюсь. Так, здесь пусто. Здесь у нас тоже пусто. Где же может быть курточка? Курточка. Курточка, где же она? Вообще непонятно. Так. Высвечивается где-то здесь, правильно? Но мне кажется, что все равно не здесь. Вот там вот Род что-то бегает. Вот она, да! Защитная куртка и офисный ключ, ребят. Это то, зачем мы пришли сюда. Ну, Род, урод. Ну, ты у меня сейчас попляшешь. Ладно, погнали. Куда нам сейчас надо идти? Так, походу, офис у нас где? Ну, все-таки, наверное, я не знаю, но, наверное, все-таки давайте. Парковка. Погнали на парковочку. Смотрите, уже ворота открыты. Парковка. Следующая остановка. Это, в принципе, прекрасно. Так. Мне еще нужна канистра, ё-моё. Подождите-ка. Или что? Давайте сейчас вообще разберемся. Наш тут мальчик уже, дружок наш, очнулся. Так, офисный ключ берем. Нам нужно открыть какой-то офис. Это 100%. Но вот какой? Ага, точно не этот, но все же надо какой-то открыть. Так. Он поет. Странно, что он поет, хоть он какой-то маньяк. Да. Может, сюда что-то? Погнали, погнали. Чё поделаешь? Так, вот этот офис или что это? Да нет, а где этот офис, алё? Ага, вот он, да? А, нет, вот он, господи. Все, вы открыли кабинет. Так, что у нас здесь? Какой-то портфель. Портфель, да.
А, все понятно, ребят. Нам нужна эта карточка для того, чтобы... Короче, это самое. А, кто следующий пойдет на смену? Да. Смотрите на этого рода. Он очень странно ходит. Как будто у него ноги отказали. Как-то вообще. Кстати, агрится, да? Поскольку вы играете. Что-то говорит. Мистер Рот. Ага. Он реально на призраке как будто видит меня. Видите? Если я об него трусь. Тут. Еще и поет, ничего себе. Рот. Так, здесь нам надо проломать. Сейчас мы будем ехать. О, смотрите. Пропал охранник. Последний раз его видели на детской площадке. Да, это именно тот охранник, которого мы все искали. И там его была курточка, в которой были ключи. Так, нам надо, пожалуй, спуститься. Вот. Тут у нас есть ступеньки. Уи! И сейчас мы будем идти, думаю, так. В эту самую, господи. Как это? Стоило. Во. Погнали, ребятушки. Стоило следующая остановочка. Хорошо. Ага, вот тут уже рот заспавнился. Нельзя открыть сюда. Вот тут у нас была канистра, правильно? Давайте еще вот посмотрим. Вот тут что-то вообще непонятное. Что тут? Свойства, что-то. Лом? Рогатка? А как рогатку получить? Лом. Интересно. Весьма заманчиво. Это вообще как? Надо рогаткой проломать. Ну, ладненько, тогда погнали сейчас. Кстати, если вот я отсюда. Давайте. Детская площадка. Вот, конечно, это все можно пропустить, но я лучше не буду пропускать, а то еще у меня игра вылетит. У меня такое уже было, когда я играл на этом, на... Господи. Ну, для подготовки к ролику, сами понимаете. Бац. Давайте сюда пойдем. Тут более краткий путь. Кстати, шумит. Предметы тоже очень круто берутся. Если в Майнке они берутся очень быстро, то тут плавненько. Как будто к нам они летят. И музончик такой еще тут. Крутой, прямо видно. Так, заправляемся, что если отойти? Ага. Ну, понятно, если отойти, то будет очень плохо. Хопача. Заправились, и теперь мы бежим к машинке. Мы бежим к машинке. Я еще в прошлый раз с помощью той машинки забаговал нашего рода. Он, кстати... О, вы видели, как я ему под ноги кинул? Ничего себе, блин. Он слышит вообще шум? Что-то там говорит. Такой крутой вообще персонаж. Реально придуманный со вкусом. Парковку. Мы едем к парковке, ребят. Погнали. Следующая остановка парковка. В принципе, прикольная игра, но вот почему именно Род решил ехать в парковку, что-то я... Или это машина навигатором как-то едет? Я вообще не понимаю. Кстати, тут можно еще также смотреть через эту щель. Кто там идет? Кто бегает? Сейчас мы заправим машинку. Я вам не показывала это в прошлый раз, потому что мне позвонили. Не знаю, зачем мне позвонили так поздно, потому что я поздно снимал вечером. Скинулась канистра, главное. Рот, ты где? Род, урод.
Ща. Назад, в сторонку. Точнее, в сторонку. Да давай, что ты? Опа. Назад. Хлопача. Погнали. Уи. И сюда. О, прекрасно. Вылезаем и залазим сюда. Просто прекрасно. И здесь, ребятушки, была комнатка. Очень такая подозрительная. Кстати, давайте сейчас все тут обыщем. Вдруг какую-то рогатку где-то пропустил. Да вроде нет. Тут, короче, вот там вот голова рода. Ну, то есть его вторая маска. И здесь, оказывается, есть трос, который надо обрезать с помощью кусачек. Это, конечно, очень удивительно все. Но что поделаешь? О, род, урод. Да на! Сейчас ты у меня попляшешь. Бам! О! Это я его смачно прям так сбил. Кстати, если я его столкаю туда, кстати, что будет? Это ж никто еще не пробовал. Вообще жесть, что будет, да? Давай, род. Он очень легко толкается, поэтому это очень все прекрасно. Давай. Я его сейчас тут закрою прям. Дверь. До свидания. Это просто, ребят, идеально. Давайте сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас к нему залезем и посмотрим на его реакцию прям. Ну, закройся давай. Какова его будет вообще реакция? Вот мне просто интересно. Кстати, здесь на вещи нельзя залазить, так как... И чё? Открыл? Ты мне ещё скажи, что ты ещё и ползать умеешь. Да всё, меня нет. Меня нет. Алло. Ту-ту. Он же ползать не умеет. Вот вам еще один баг. Смотрите. Прекраснейший баг. Ладно, давайте сейчас будем ехать в кафетерию. На машине давайте съедем или что? Раз уже на то пошло. Погнали, ребят. Ух ты, нифига себе, что-то не так. Прям тут дрифтуют. Да ты что знаешь? Что ты знаешь вообще? Я ж тут вообще... Ой. То есть я еще и сюда могу. А как мне обратно вообще? Мне обратно надобно. Как мне это сделать? Интересно, вот машина может поехать по ступенькам или нет? Ту-т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 у. Ох ты, я вообще профи по этой машинке, если честно. Вы просто посмотрите, какой я вообще гонщик. Так, ну сейчас, конечно, не очень, но... Бам! Бам! Кстати, мы пробовали, что будет, если грузовичок сбьет. Давайте сейчас так и еще раз попробуем. Стоять. Во, вот так вот идеально, думаю. Так, ну и погнали. Нам сейчас надо в кафетерий. И... О, как ее разнесло! Нифига себе! Вы это просто видели? Кстати, похоже кафетерий на кафетерий из Hidden Line. Очень сильно похоже. Ну, наверное, так каждый в кафетерий... И рогатка. Вот рогатка. Где может быть рогатка? Я вообще без понятия, но может быть где-то здесь. Никто же не проверял. Слушайте. Никто же не проверял. Бам. Может быть, где-то здесь валяется? Ну, как бы разбил же кто-то окно и, типа, сбежал. Вообще без понятия. Так.
Давайте лучше теперь узнаем, кто следующий по смене. София, София. Так же, как и в прошлый раз мне попалась София. София. Пишите, у кого в классе есть София. Интересно будет посмотреть, потому что у меня в классе, если честно, две Софии. До свидания. Охо-хо-хо-хо-хо-хо, очень смешно. Охо-хо-хо-хо-хо-хо, ща я тебя и тут закрою, господи. София, следующая, давайте ща едем на парковку, быстренько все делаем, как всегда. Тогда уже будем все это дело проходить. Кстати, ребята, эта точила тут спавнится постоянно, поэтому если что, то... Закрыто разве? Интересно. Ладно, ребят, я пошел за карточкой, тогда мы уже увидимся. Нашли Софию, берем и уходим. Мы уже в кафетерии, ребят. Погнали открывать. Кстати, где-то тут был вход, да? Open. Так, кусачки есть. Что еще есть? Больше ничего нету. Ну разве? Как так-то? Ладно, берем кусачки, ребят, и погнали. Просто тупо валим. И будем, короче, все смотреть с вами. Так, куда я уже погнал? Все, ребят, сейчас у нас будет прям все по маслу. Парковка и погнали. Мы уже здесь, и я погнал на второй этаж. Ту-ту-ту-ру-т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 у. Такой весельчак вообще. Прикол, прикол. Мне кажется, никто таким веселым не был. Мне даже кажется, если ты будешь играть на нормальном, то он даже будет очень прикольным персонажем. Сколько я люблю таких весельчаков. И, ребят, погнали. Так, тут мы открываем это все дело. Ну давай, чё ты? Сбрасываем. О! Смачно. Опа! Спрыгнули и... Чё тут? Дневник Рода. Наконец-то я это сделал. Машина готова. Не могу дождаться, чтобы получить секретный ингредиент. Это было сложнее, чем я думал. Записи были... Не очень четкие, но все, что я собрал во время моих поездок, было полезно. К счастью, мой фургон достаточно большой. Теперь мне придется начать тестировать на человеческих образцах. Полные дети будут хорошими лабораторными крысами. У них много материала, никто не будет скучать по ним. Так, это мы в прошлом, 1975-й. Да, ребят, это мы в прошлом. И что здесь? Ключ. Здесь у нас, ребят, ключ от клетки. И как нам... А! Это что только что было? Подождите. Тут можно было лестницу посунуть, но я что-то, походу, не так сделал вообще. Алло. Да, ребята, что-то вообще не так сделал. Давайте я лучше перезайду, и мы тогда уже и продолжим. Кстати, ребят, посмотрите, он спит. Жесть. О, смотрите, проснулся. Жесть. Круто, ребят. Так, теперь мы должны подвинуть лестницу. И она почему-то не двинется. Твою ж... А, господи. Идеально просто, ребят. Это просто идеально. Я не могу понять. Я на этом пока что, думаю, закончим мы серию. Мы все-таки попытались пройти, разузнали секрет Рода, но твою же дивизию. Ну вот как так-то? Я подвинул лестницу, а она не двинется. Напишите, это баг, либо я что-то не так делаю. Ладно, с вами был я, Дмитроза, и всем удачи, счастья, добра. Всем пока.